Сёлетний энергомарафон юбилейный. У Гомельской области он прошел у 20 раз. Организаторы сгадывают, неколи починали со звычайных малюнков на тему энергосбережения. Сегодня пропонуются уже реальные проекты, которые можно выкористовывать на практике. Разумные жалюзи распрацовали у 27-й Гомельской средней школе. Яны, по-перше, прасуют на солнечных батареях, а по-другое, сами зачиняются у залежности от узровню солнечного светла. Эта распрацовка заняла у своей номинации первое место. Диплом другой ступени накировался у 10-ю Гомельскую гимназию. Тут провели доследование разных видов шкла и теперь докладно ведают, каким пропановам вытворцам можно верить, а для кого головное прибыток. На самом деле основная задача продавца – продать нам товар подороже, правильно? То есть он хочет, чтобы мы купили двухкамерный стеклопакет с напылением и, естественно, с аргоновым наполнением. Но, проверив на практике, мы можем получить все тот же самый эффект, используя и однокамерный стеклопакет. Единственное, что должно быть, естественно, серебристое напыление внутри и заполнено аргоном. То есть практически процентов на 70 информация соответствует действительности. Энергосбережение сегодня у тренде во всех установах эдукации. Причем доследование часто носит практичную накерованность. Школы рационального энергосбережения повинны выкликать у детей и подлетков цікавость до этой темы. Методы самые разные – от проведения доследования до организации агитбригад. В нашей программе мы демонстрируем такие энергосберегающие приборы, благодаря которым, например, если у вас что-то осталось гореть, да, что-то осталось работать, с помощью наших электроприборов вы можете буквально на расстоянии их выключить и тем самым предотвратить себе какие-то дальнейшие проблемы. На конкурс проекту по экономии и бережливости «Энергомарафон» было принято около 400 работ. Сярод наибольш активных навученцы установ адукации Гомеля, Будукашалёвского, Ветковского, Жлобинского, Мазырского, Рэчицкого и Светлогорского районов. Пераможцы будут рыхтаваться до удзелу у финальных спаборніцтвах. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель».